У тебя же завелась она. Пять баллов. Нет, там не бетон, там строительный мусор. Они когда вот этот домик строили, они весь строительный мусор туда захреначили. Сзади помидоры. Ручку от забора. Да. Ее надо выдергивать периодически. Тогда она идет. Ну, Ваня сообразил. Ее периодически надо выдергивать. Три столба под опалубку. Мангальную зону. Это будет мангальная зона. Вместе с люком. Не знаем под что пока. Или холодильник будет для арбузов и дынь. Или для шарабана и так далее. О! По рукам? Корень убрали, и все пошло. И вот у нас получается для мангальной зоны такой вот шикарный погребом, мини-погребом. Сейчас мы проделали три столба, вернее три отверстия под столбы, пробурились. Раз, вот это два, и вот это три. Потом ставим арматурины и зальем. Вот так вот опалубка. Наборная мне. И опорные трубы. И крайняя мне стоит труба. Вот таким вот образом. Вот так вот будет, потом увидите результат мангальной зоны. Какая тут будет пистоня. Не выше, а длиннее. Вот таким вот образом. Крайне упал, но будет бомба. Здесь будет
это Петро. Это Иван. А это бочка. Вам помощники нужны? Двое пришло. Помощники нужны? Двое пришло. Мелкие? Ну да. Нормально помогаем. Угу. Картонку и маленькую собачонку. Молодцы.